У каждого из нас есть примеры перед глазами, как те или иные могущественные группы, лица и структуры реализуют свое влияние, свою власть скрытым образом, за кулисами видимых событий, которые становятся лишь ширмой для доверчивой публики. И, конечно, эти силы не могли бы провернуть что-то подобное, если бы существовали хаотически, они были бы организованы. Силовики, властные группировки, чиновники, представители крупного бизнеса – все они для решения вопросов не ищут подходящие объявления на Авито, а разговаривают с нужными людьми тет-а-тет. При этом в анализе исторических событий теории заговора считаются дурным тоном. Но если история свободна от заговора как одного из важнейших факторов, все происходит само собой открыто, то что делать с такими заявлениями, как «миром управляют оккультные силы и их тайные общества»? Или «судьба Европы находится в руках всего лишь 300 человек, каждый из которых знает всех остальных. Своих преемников они выбирают из собственного окружения. Эти люди имеют средства для того, чтобы положить конец той государственной форме, которую они считают неоправданной». Первая фраза принадлежит представителю британской верхушки, премьер-министру Великобритании Бенджамину Дизраэли. Вторая – представителю немецкой верхушки и в то же время советнику Ротшильдов, промышленнику и министру иностранных дел Веймарской республики Вальтеру Ратенау. На самом деле выражения «теория заговора», «конспирология» и многие подобные им словосочетания были вброшены ЦРУ США в рамках спецоперации «Пересмешник», которая была начата более 70 лет назад. Только вдумайтесь в эту цифру. Целью операции было установить контроль ЦРУ над СМИ в Америке и за ее пределами путем создания в ведущих изданиях и информационных агентствах мира, на радио и телевидении, обширной агентурной сети. Но впервые об этой программе люди узнали из книги американской журналистки Деборы Дэвис, Екатерина Великая, Кэтрин Грэм и ее империя Вашингтон-Пост. Книга увидела свет 40 лет назад, в 1979 году, и в ней впервые было приведено название операции «Пересмешник». В книге много говорится о самой Кэтрин Грэм, владелице Вашингтон-Пост, и ее личном участии в операции. Выход книги Деборы Дэвис был подобен взрыву бомбы. По команде с самого верха издательству было приказано изъять книгу из торговой сети и уничтожить. Уничтожили 20 тысяч экземпляров, но часть тиража успела дойти до читателей. Против Деборы Дэвис началась травля. Выходили исследования, в которых автор уличалась в неточностях и ошибках. Потом проект упоминался в 2007 году. Тогда были обнародованы фрагменты досье ЦРУ объемом более 700 страниц под кодовым названием «Фамильные ценности». В общем, информация о проекте затем всплывала регулярно. Но почему именно «Пересмешник»? Все просто. Один из методов работы заключался в том, чтобы нейтрализовать деятельность тех журналистов, которые не соответствуют идеологическим установкам Вашингтонского обкома. Для этого прибегали к дискредитации и высмеиванию неугодных лиц. Высмеивание предполагало введение в оборот новых слов, придание прежних словам новых оттенков и смыслов. Один из самых ярких примеров – запущенный ЦРУ лингвистический штамп «конспирология». Слово происходит от английского слова «conspiracy». В старых словарях первое его значение – секретность. Чтобы отвадить журналистов и исследователей от изучения деятельности тайных обществ, мировой закулисы и всего, что всячески скрывается глобальной элитой от глаз общественности, первым значением слова «conspiracy» сделали «заговор». Превратили в клеймо, которое по сей день ставит на всех, кто пытается донести до людей правду о мировой закулисе. И несмотря на то, что официально спецслужбы открещиваются от применения подобных практик в настоящее время, эксперты убеждены, что полного сворачивания операции «Пересмешник» не произошло. Но что скажут скептики, если увидят так называемые пруфы? Ведь, как это ни удивительно, все происходит у нас на глазах и совершенно открыто. Построение дивного нового мира описано без всяких секретов в нескольких источниках. Один из них — книга Збигнева Бжезинского «Технотронная эра». И с момента первой ее публикации тоже прошло полстолетия. Бжезинский родился в семье польских евреев в Варшаве, скончался в США. Правда, на самом деле родился он в Харькове, где в то время его родители работали в консульстве Польши, а в Варшаве его лишь зарегистрировали. Вершиной его политической карьеры стал пост советника по национальной безопасности 39-го президента США Джимми Картера. Он автор многих книг, часть из которых переведена на русский язык. Российскому читателю наиболее известна его книга «Великая шахматная доска. Господство Америки и ее геостратегические императивы». Но именно менее известная технотронная эра Бжезинского стала идеологическим обоснованием перехода мира в новое состояние. Этот переход начался на стыке
60-х и 70-х годов 20 века, когда завершалась эпоха промышленного капитализма. Внешним проявлением этого стали кризисные явления в Бреттон-Вудской валютно-финансовой системе, основанной на золотодолларовом стандарте. Хозяева денег готовились к бумажно-долларовому стандарту, к снятию золотого тормоза с печатного станка ФРС. Это означало вступление мира в эпоху финансового капитализма. Совершенно новый мир. Бжезинский это прекрасно понимал. Понимал он и то, что финансовый капитализм недолговечен, поэтому заглядывал в более отдаленное посткапиталистическое будущее, выстраивая сверхдолгосрочный план действий мировой элиты. Збигнев Бжезинский был серым кардиналом в Совете по международным отношениям, постоянным участником ежегодных сходок Билдербергского клуба, находился в тесных отношениях со многими видными политиками, королевскими особами, крупнейшими банкирами. Особенно тесной была его связь с Дэвидом Рокфеллером, который и вывел Бжезинского в люди. По инициативе этого американского миллиардера в 1973 году была создана трехсторонняя комиссия, и Бжезинский был поставлен ее исполнительным директором. Одним из деяний Рокфеллера стало создание в 1968 году Римского клуба. Рокфеллер призвал Бжезинского дать Римскому клубу ориентиры его деятельности, и эти ориентиры были получены в виде книги «Технотронная эра». Почти одновременно с книгой Бжезинского появилась книга первого президента Римского клуба, крупного итальянского бизнесмена Аурелио Печчеи под названием «Перед бездной». Бжезинский и Печчеи в унисон говорили о грядущих катаклизмах, высказывая мысли, как их предотвратить. Это был совместный манифест строителей дивного нового мира. В слегка закамуфлированной форме он содержал идеи, которые потом стали раскрываться в докладах Римского клуба, каковых за время существования этой организации было подготовлено более полусотни. Многие доклады для пущей убедительности содержали модели долгосрочного мирового развития, обсчитанные на мощных ЭВМ Массачусетского технологического института. У Бжезинского и Печчеи мы прочитаем о таких глобальных вызовах, как перенаселение планеты, истощение природных ресурсов, снижение продуктивности сельского хозяйства, загрязнение окружающей среды, климатические изменения. Ну и, конечно, чтобы их предотвратить, надо сдерживать демографический рост, промышленное развитие, консолидировать усилия в борьбу с глобальным экологическим кризисом под единым глобальным руководством. Потом все эти тезисы получили более радикальную редакцию. Резкое сокращение численности населения планеты до 1 миллиарда человек. Деиндустриализация. Добровольный отказ государств от национального суверенитета ради консолидации человечества. Создание мирового правительства. Бжезинский был одним из наиболее авторитетных идеологов, начавших обосновывать глобализацию и отказ от модели промышленного капитализма. Вместе с американским социологом Дэниелом Беллом он пропагандировал постиндустриальное общество, но шел дальше Печчеи и Белла. Бжезинский ратовал за технотронное общество, основанное на компьютерах и коммуникационных технологиях. Он был идеологом того цифрового общества, о котором во втором десятилетии 21 века заговорили все. Причем Бжезинский рассуждал о будущем технотронном обществе, когда на свет только появилось первое поколение ЭВМ, работавшее на лампах. Просто вдумайтесь в этот факт. В эру ламповых ЭВМ в 1970 году Бжезинский уже пишет про цифровой концлагерь. О том, что через несколько десятилетий мир придет к технотронной эре, диктатуре, при которой почти полностью будут упразднены существующие ныне политические процедуры. Он говорит о людских массах, как о неодушевленных предметах, как об объектах наблюдения. В технотронной эпохе образуется постепенно, шаг за шагом, все более контролируемое общество. Такое общество будет управляться элитами, которые не будут поддерживать традиционные ценности. И скоро станет возможным наблюдение и контроль практически за каждым гражданином. Станет возможным собирать даже самую интимную информацию о каждом гражданине и хранить ее в особых электронных папках. И власти тогда смогут напрямую пользоваться этими папками в случае надобности. И еще. В технотронном обществе тенденция будет идти в сторону сведения миллионов одиночных и не связанных друг с другом граждан в общую массу, которая будет легко управляема и направляема харизматичными и симпатичными личностями. Эти харизматичные люди для управления массами будут использовать самые современные технологии коммуникации, чтобы направлять чувства людей и контролировать их мышление. На первый взгляд кажется, что насчет харизматичных и симпатичных личностей Бжезинский ошибся. Но кто знает, может быть, через пару-тройку лет блогеры, актеры и прочие любимцы неразборчивой публики как раз и станут не просто так называемыми лидерами мнений, а реальными политическими персонажами. Или вот еще. В то же время возрастут возможности социального и политического контроля над личностью. Скоро станет возможно осуществлять почти непрерывный контроль за каждым гражданином и вести постоянно обновляемые компьютерные файлы досье
содержащие, помимо обычной информации, самые конфиденциальные подробности о состоянии здоровья и поведении каждого человека. Прошло полвека, 50 лет. И сегодня, в условиях так называемой пандемии COVID-19, мы действительно видим, как энергично власти многих стран пытаются создать системы контроля за физическим состоянием человека, его перемещениями, контактами, покупками. А еще Бжезинский писал об этом. Если заглянуть вперед, то существует возможность биохимического контроля за сознанием и генетические манипуляции с людьми, включая создание существ, которые будут не только действовать, но и рассуждать как люди. В конце жизни, однако, этот архитектор нового мира порядка стал осторожнее в предсказаниях. На Европейском форуме новых идей, который проходил в Польше в 2012 году, он признал: «Рост глобальной политической активности широких масс населения более не позволяет управлять ими с помощью извне навязанного контроля, как это было в эпохе колониализма и империализма. Неугасающее и поддерживаемое твердыми убеждениями сопротивление людей, идущее из самой глубины народа, зиждется на их политическом пробуждении и отрицании внешнего управления по историческим причинам. Это сопротивление все тяжелее и тяжелее поддается подавлению». В общем, сокрушался хитромудрый старичок, что не все так гладко оказалось в реальности, как планировалось в книге. Ну и вот еще одна мысль на подумать. Каждый знает, что в политическом аппарате каждого государства неотъемлемой его частью существуют так называемые секретные или специальные службы, которые занимаются исключительно заговорами, создают их или противодействуют им. Тайная установка советского ядерного оружия на Кубе, смена правительства в Афганистане, попытки организации устранения Кастро со стороны США. Вот эти исторические факты можно назвать заговором? Если назвать их секретной операцией, то много ли от этого изменится? Ведь если в этом контексте менять слово «заговор» на слово «геополитика», то многие уважительно закивают головами. Получается, что все государства в лице их секретных служб создают заговоры и разоблачают заговоры. При этом не новость, что спецслужбы разных стран в той или иной мере сотрудничают между собой. Ну а если главным занятием спецслужб являются заговоры, то можно ли назвать сотрудничество главных спецслужб мировым заговором? Или вот еще. Всего несколько примеров, когда самые дикие заговоры становились исторической реальностью, когда их рассекречивали. Ну, например, попытка контроля человеческого сознания. С 1953 по 1964 годы в ЦРУ на самом деле ставили эксперименты над людьми, поставив амбициозные цели научиться управлять человеческими мыслями. Сейчас это звучит как сюжет примитивного голливудского триллера. Но гражданам Соединенных Штатов, попавшим под раздачу, было совсем не до шуток. В ходе бесчеловечных опытов людям без их ведома давали психотропные вещества и психоделики, подопытных подвергали действию сенсорной депривации, электрошоковой терапии и гипноза в попытках заполучить контроль над их сознанием. Дошло до того, что начали экспериментировать с нейролингвистическим программированием личности. Самое неприятное, что все эти опыты проводились не просто без ведома людей, а под видом их лечения от разных недугов. Программа ЦРУ МК Ультра охватывала 86 крупных университетских центров США, 12 больниц и даже 3 тюрьмы. Объекты располагались по всей территории страны, от солнечной Калифорнии до заснеженной Аляски. Часть экспериментов проводили над неизлечимыми онкологическими больными, уверяя их, что это новейший способ борьбы с их недугом. Официально подтверждены всего лишь 2 смерти среди невольных участников опытов. Но несложно догадаться, что власти США приложили максимум усилий, чтобы скрыть свои преступления против своих же граждан. Или, например, Тускиджийский эксперимент. Продолжался он с 1932 по 1972 год и унес жизни не менее 500 афроамериканцев. Цель исследования была проста. Ученые хотели выяснить, насколько чернокожие лучше белых переносят сифилис. Для этого врачи намеренно заразили сифилисом 400 пациентов, которые с точки зрения властей небольшого городка Тоскиги, штат Алабама, не представляли для общества ценности. В их число попали самые бедные жители негритянских гетто, люди, имевшие проблемы с законом и безработные. В 1947 году медицина победила сифилис, который научились лечить пенициллином, но эксперимент в Тоскиге, несмотря на это, продолжился. В начале 1972 года подробности этого грязного проекта стали достоянием общества и разразился скандал. К этому времени из 400 подопытных граждан в живых остались только 74. Кроме того, было установлено, что инфицированные учеными мужчины заразили недугом 40 жен и любовниц, в результате чего родилось 19 детей с врожденными отклонениями в физическом и умственном развитии.
Частное поместье американского миллиардера Дэвида Рокфеллера в живописном итальянском городке Беладжио. Именно здесь, 55 лет назад, в 1965 году, на закрытой встрече собрались два десятка интеллектуалов из разных стран. Это были писатели и ученые. Позднее эту встречу назвали конференцией «Условия мирового порядка». Видимо, хозяин поместья сумел убедить интеллектуалов, что они смогут сыграть немалую роль в формировании будущего мирового порядка. Спустя три года после этой репетиции, в 1968 году произошла официальная встреча с участием 75 интеллектуалов в Риме, на которой было торжественно объявлено об учреждении Римского клуба. Все справочники и энциклопедии сообщают нам имена двух учредителей, отцов-основателей Римского клуба – Александр Кинг и Аурелио Печчеи. Печчеи был президентом клуба в период с 69 по 84 год, ну а когда он умер, президентом стал Кинг. Но, как это принято в подобных сообществах, они были просто менеджерами, чтобы в тени осталось имя истинного учредителя этой организации – Дэвида Рокфеллера. Римский клуб, легализующий и продвигающий псевдонаучное обоснование идей Рокфеллера, был одним из главных проектов в жизни этого персонажа. Согласно учредительным документам Римского клуба, число членов равняется ровно 100. Это те, кто определяют основные приоритеты в деятельности клуба, предлагают новые проекты, утверждают доклады, уже подготовленные. Сами члены клуба, за редкими исключениями, доклады не готовят. Они создаются внешними исполнителями на основе заказов, оплачиваемых клубом. Внешние исполнители могут быть представлены в клубе ассоциированными членами, которые не имеют права голоса. Плюс к действительным и ассоциированным членам имеются еще почетные члены. И действительные, и почетные члены – люди весьма известные и влиятельные. В последних списках действующих и почетных членов фигурируют такие персоны, как, например, Михаил Горбачев, бывший вице-президент США Альберт Гор, владелец CNN Тед Тернер, бывший генсек НАТО Хавьер Солана, бывший секретарь ООН Кофи Аннан, бывший президент США Билл Клинтон, миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс, финансист и спекулянт Джордж Сорос, бывший премьер Великобритании Тони Блэр, серый кардинал американской внешней политики Генри Киссинджер, бельгийский принц Филипп, королева Нидерландов Беатрис, бывшие председатели Европейской комиссии Романо Проди и Жак Делор. Все эти влиятельные люди и являются носителями и распространителями опасного мозгового вируса. Именно так можно назвать идеи Римского клуба. Плюс к этому в таком распространении участвуют 35 филиалов Римского клуба в разных странах мира. Римский клуб многим представлялся и до сих пор представляется как достаточно открытая международная организация, занимающаяся вопросами прогнозирования социально-экономических и демографических процессов в мире, как некая площадка, на которой собираются чудаки-интеллектуалы и обсуждают вопросы отдаленного будущего. Мол, Римский клуб далек от политики, это чисто исследовательская организация. Еще один мозговой центр, коих в мире насчитывается несколько тысяч. Почти все известные мозговые центры приписаны к тем или иным государствам. Они вырабатывают рекомендации для своих правительств. А вот Римский клуб – организация международная. Она не имеет национальных пристрастий, она озабочена судьбами всего человечества. Пару столетий назад коптил небо такой священник Томас Мальтус. Пугал тем, что всем в Англии еды не хватит, люди начнут умирать. Поэтому лучше предотвращать демографический рост, желательно цивилизованными средствами. Например, добровольным отказом от продолжения рода или принудительной стерилизацией. А если сокращение будет происходить в результате войн или каких-то эпидемий, то это даже хорошо. Стихийное сокращение населения в результате таких катаклизмов также можно отнести к желательной демографической регуляции. То есть вместо того, чтобы учиться грамотно использовать природные ресурсы, возобновлять их, нужно просто уничтожить или стерилизовать людей. Учение священника Мальтуса в конечном счете назвали проповедью геноцида. Доклады Римского клуба примерно такие же проповеди, только слегка закамуфлированные. Римский клуб – это официальный орган, который выпускал официальные и совершенно публичные доклады и отчеты, которые были призваны легализовать, облагородить и завернуть в научную обертку конфетки, которые заботливо были приготовлены для человечества в других, совсем не публичных структурах. Это и Бильдербергский клуб, и трехсторонняя комиссия, и Тавистокский институт, и комитет 300, в общем, тех самых, которые всегда действовали скрытно и специально поднимали насмех махровых конспирологов. А то и сами создавали фейковые теории заговора и запускали их в оборот, чтобы реальные факты оставались в тени. Одна из основных задач, которая была поставлена перед клубом – научно обосновать политику депопуляции Земли. Проще говоря, политику глобального геноцида. Об этом чуть позже. А сейчас о второй задаче клуба – научно обосновать политику деиндустриализации. То есть политику уничтожения промышленности в глобальных масштабах. Ну, вроде как планету Земля надо спасать, ведь темпы промышленного и демографического роста приводят к быстрому истощению природных ресурсов и смертельно опасному загрязнению окружающей среды. В докладах Римского клуба
особенно в докладе «Пределы роста», обнародованном полвека назад, в 1972 году, была сформулирована концепция нулевого роста, то есть все было представлено совершенно открыто и публично. Как следует из названия концепции, Римский клуб предлагал остановить как демографический, так и промышленный рост, законсервировать численность населения и объемы промышленного производства тем уровнем, который сложился на начало 70-х годов. Еще было мнение, что надо действовать более радикально. Вроде как нулевой рост не спасет и нужно минусовое решение, то есть снижение численности населения и уровня промышленного развития. Некоторые члены Римского клуба предлагали и предлагают ограничить численность населения на планете 1 миллиардом. Кажется, что у них ничего не получилось, ведь за 50 лет существования клуба не удалось выйти на нулевые темпы. За эти полвека численность населения Земли удвоилась. Но по промышленности успехи Римского клуба более заметны. Постиндустриальное общество можно определить как общество, в экономике которого уничтожена полностью или частично промышленность, а основная часть экономики приходится на различные услуги. Среди этих услуг – медицинские и образовательные. Но если раньше они предоставлялись как преимущественно бесплатные по линии государства, то в постиндустриальном обществе они превращаются в платные услуги. Плюс к указанным традиционным социальным услугам добавляется большое количество других услуг, которые ранее занимали очень скромное место в индустриальном обществе. На первом месте среди таких новых услуг – финансовые. Кредитные организации, страховые компании, инвестиционные фонды и инвестиционные банки. Даже традиционное пенсионное обеспечение становится отраслью по оказанию финансовых услуг, ведь пенсионные фонды становятся частными. В теоретических построениях идеологов постиндустриального общества большая роль отводится разного рода посредническим услугам. Те же финансовые услуги являются посредничеством. Но кроме этого, услуги в торговле, реклама, риэлторский и аудиторский бизнес, рейтинговые оценки, услуги брокеров в размещении эмиссий ценных бумаг на финансовых рынках и многое другое. В технотронном обществе Бжезинского традиционные отрасли тяжелой и обрабатывающей промышленности также отсутствуют. Там основное место занимает деятельность, которую сегодня принято называть экономикой знаний или информационной экономикой, и которая базируется на использовании информационно-компьютерных технологий. Деиндустриализация, по мнению Римского клуба, должна была охватывать весь мир. Никаких исключений быть не должно. Для США тоже никаких послаблений не было предусмотрено. И планы по зачистке промышленности Америки были упакованы в изящные обертки теории постиндустриального общества. Всячески внушалось, что она должна стать первым в мире постиндустриальным обществом, где промышленность и сельское хозяйство будут играть вспомогательную роль. Основная часть экономики будет состоять из разных услуг. До Второй мировой войны Америка считалась главной индустриальной страной мира. Уже в 1970 году Америка находилась в состоянии постиндустриального общества. На сектора реальной экономики, добывающая и обрабатывающая промышленность, энергетика, сельское хозяйство, строительство и транспорт, приходилось меньше половины – 44,3% ВВП, а на долю разных услуг и торговли – 55,7%. В 2016 году Америка стала совсем постиндустриальной. На сектора реальной экономики пришлось 19,8%, а на услуги и торговлю – 80,2% ВВП. В деле деиндустриализации большинство стран Запада ненамного отстают от США. Так, у Франции и Великобритании доля промышленности в ВВП упала ниже 20%, а у Японии находится на уровне 23%. Деиндустриализация многих европейских стран была проведена под лозунгом строительства общеевропейского дома и интеграции. В конце 1980-х-1990-е банкиры Западной Европы раскатали под асфальт во имя сбережения ресурсов промышленность Центральной Европы и Балтии. Для этого и создавался ЕС. Также под видом реформ и перестройки была проведена деиндустриализация в России и странах, возникших на постсоветском пространстве, в бывших социалистических странах. Кстати, основатель и первый президент Римского клуба Аурелио Печчеи всегда проявлял повышенный интерес к Советскому Союзу. Правда, интерес специфический. Как-то Печчеи проговорился, откровенно заявив, что страны соцлагеря необходимо вскрывать как консервную банку с помощью острого консервного ножа. В роли такого острого консервного ножа выступили проекты родного для Печчеи Фиата, который построил завод «АвтоВАЗ» в Тольятти, и завод по производству «Пепси», но об этом подробнее смотрите в другом выпуске. Третьей стратегической целью клуба стала ликвидация суверенитета национальных государств. Эту цель можно сформулировать по-другому – создание условий для глобализации. Глобализация – последняя фаза в стратегическом плане хозяев денег по установлению своей власти на планете. А главным препятствием на пути глобализации – экономической, финансовой, информационной, культурной – является суверенитет национальных государств, оберегающих свою культурно-цивилизационную самобытность, свою экономику, свой внутренний рынок, свою денежную систему и тому подобное.
подобное. Все то, что в совокупности составляет понятие «национальные интересы». Уже первые доклады Римского клуба ввели в научный и политический оборот такие понятия, как глобализация, глобальные проблемы, глобальное общество, глобализм. Эти термины, конечно, встречались и ранее, еще до Второй мировой войны и даже в 19 веке. Но они имели очень ограниченное использование. А вот начиная с 70-х годов прошлого столетия, слово «глобализация» стало популярным как в среде ученых, так и политиков. А затем стало обыденным и в СМИ. В 1976 году прошла Ямайская валютно-финансовая конференция, которая фактически сняла золотой тормоз с печатного станка ФРС США. Именно тогда был отменен золотодолларовый стандарт. Хозяевам денег в этой новой ситуации нужен был простор, чтобы с помощью продукции печатного станка, долларов, можно было скупить всю планету. А для этого нужна была глобализация. А глобализация без ликвидации национального суверенитета невозможна. Римский клуб подводил теоретическую базу под эту ликвидацию. Теория на самом деле была довольно проста и состояла из трех тезисов. Одна из главных угроз человечеству – экологический кризис, окончательное разрушение биосферы и среды обитания человека. Помимо предельно высокого загрязнения атмосферы и гидросферы, человечеству еще грозит тепловая смерть в результате так называемого парникового эффекта. Имеются и другие экологические угрозы – истончение и разрушение озонового слоя, защищающего человека от жесткой радиации, исчезновение многих видов флоры и фауны, радиационное излучение, загрязнение пищевых продуктов нитратами и ядохимикатами. Да мало ли глобальных угроз, можно было придумывать их бесконечно. Человечеству следует мобилизовать все силы для того, чтобы предотвратить экологическую катастрофу. Это необходимо делать как внутри отдельных стран с помощью национальных программ охраны окружающей среды, но лучше на международном уровне, развивая межгосударственное сотрудничество в деле решения экологических проблем. Биосфера планеты едина и неделима. Загрязнение атмосферы и гидросферы не знают границ. Радиационные и электронные излучения и загрязнения также могут распространять свое действие далеко за пределы границ государств. Целый ряд техногенных катастроф показал, что радиус их разрушительных последствий может измеряться сотнями и даже тысячами километров. С учетом этого, развитие производительных сил той или иной страной перестает быть ее сугубо внутренним делом. Отсюда вытекает будто бы естественный и очевидный вывод. Национальный суверенитет является не только глупым, но и опасным пережитком. Если лидеры национальных государств не хотят обречь человечество на экологическую катастрофу, они должны поступиться своим суверенитетом. Для начала, скажем, открыть свои границы для различных международных миссий, которые будут проводить экологический аудит на предприятиях и иных объектах национальной экономики. Следующий шаг. Компетентные международные организации будут рекомендовать во имя всеобщей экологической безопасности те или иные предприятия и объекты закрывать. А далее диктовать странам, что им развивать, а что не развивать. Например, в энергетической отрасли, что как бы наиболее логично, но не только в ней. И все это, конечно, во имя интересов человечества. Со временем в докладах Римского клуба помимо экологической были идентифицированы другие глобальные проблемы, такие как энергетическая и продовольственная. Римский клуб пытался и пытается убедить все человечество в том, что решение энергетических и продовольственных проблем, дефицит энергоресурсов и продуктов питания, не только неэффективно, но даже невозможно в рамках отдельных государств. Концепция нулевого роста, первоначально выдвинутая Римским клубом, затем была заменена на концепцию органического роста. Суть ее в том, что международные эксперты подсказывают, ну или приказывают, стране, что ей производить, а что не производить, что строить, а что не строить, что добывать, а что не добывать, с учетом интересов всего человечества. То есть национальные государства должны добровольно поступиться своим суверенитетом во имя человечества. Конечно, за интересами человечества на самом деле скрываются интересы транснациональных банков и корпораций, принадлежащих хозяевам денег. Для чего нужно было разрушение образования? Как раз для реализации первой задачи – политики депопуляции Земли. Будущий мировой порядок, согласно Римскому клубу и в переводе на понятный русский язык, общество, где будет царствовать золотой миллион, а обслуживать его будет грязный миллиард. Понятно, что представители грязного миллиарда не должны быть рассуждающими и все понимающими людьми. Его будут составлять недочеловеки, биороботы, которыми будет легко управлять. Техническое образование стало бы анахронизмом в условиях, когда по рекомендациям Римского клуба
клуба будет проводиться курс на деиндустриализацию экономики. Один из главных членов и первый президент римского клуба Аурелио Печчеи в своей книге «Человеческие качества», написанной в 1977 году, задавался вопросом о причинах грядущего кризиса человечества. При этом он не ограничился такими причинами, как рост народонаселения и промышленности, а ушел в сферу антропологии. И вроде как совершенно логично пришел к выводу, что врагом человечества оказывается сам человек. Соответственно, нужна переделка природы человека. Печчеи озвучил лишь общую идею о необходимости изменения качеств человека. Эта идея была облечена в программу, получившую название «Изменение образа человека». Исполнителем был Центр по изучению социальной политики фонда Чарльза Кеттеринга при Стэнфордском университете. Руководил работой директор указанного центра Уиллис Харман. Первые наброски будущей программы делались еще в начале 70-х годов. В подготовке доклада под названием «Изменение образа человека», которое осуществлялось на стыке 70-80-х годов, участвовали не только сотрудники центра. Они занимались лишь сведением отдельных частей в единый документ. Главными участниками проекта были эксперты из Тавистокского института, о котором мы уже рассказывали. Кроме того, одним из участников проекта был Эрвин Ласло, влиятельный член римского клуба, автор доклада клуба «Цели для глобального общества» 1977 год, основатель Будапештского клуба, своего рода дочерней структуры римского клуба в Венгрии. Кроме представителей научного сообщества, в проекте участвовали также люди из спецслужб. Например, сэр Джеффри Виккерс, высокопоставленный офицер британской разведки Ми-6. Его зять, сэр Питер Виккерс Холл, был членом-основателем так называемого консервативного фонда наследия, многими нитями тесно связанного с Тавистокским институтом и римским клубом. Еще одна фигура проекта – Маргарет Мид. Она была в то время профессором Колумбийского университета. Ее представляли как выдающегося антрополога. Между тем, одной из основных идей ее антропологических изысканий был тезис о том, что семья не является естественным институтом общества. Скорее, он противоестественный. А сама Маргарет находилась в неформальных отношениях с другой женщиной. Доклад «Изменение образа человека» был передан в январе 1981 года в администрацию президента Рональда Рейгана. Судя по всему, рекомендации, содержащиеся в докладе, были взяты на вооружение администрацией президента и правительством США, поскольку Америка начала в 80-е годы резко деградировать по части качества человеческого капитала. Есть даже такой, на первый взгляд, малозначимый факт. До этого времени Голливудом в комедиях, да и вообще в фильмах, активно транслировалась модель нормальной американской семьи из родителей и 2-3 детей. Но затем эта модель стала отодвигаться на второй план. Документ был, естественно, секретный. Позднее он был рассекречен и стал издаваться в виде книги, которая получила название «Заговор Водолея». Идеология депопуляции нашей планеты и деиндустриализации мировой экономики, закладываемая в докладах Римского клуба, удивительным образом сочетается с идеологией экономического либерализма. Идеология экономического либерализма пытается навязать людям представление о том, что есть такая палочка-выручалочка под названием рынок, а настоящий рынок предполагает конкуренцию и также предполагает, что все должно продаваться и покупаться. В том числе платным должно быть образование. Это одна из рыночных услуг. А выигрывает в конкурентной борьбе тот, кто умеет снижать издержки производства товаров и услуг. Рупор идеологии Римского клуба, американский экономист и авторитет в области экономики природопользования Том Титтенберг ввел понятие «цены ребенка», представляющую собой сумму всех издержек на него вплоть до окончания школы. Ценой ребенка, по его мнению, надо управлять, в том числе снижая издержки на образование за счет снижения его продолжительности и качества. Ведь для постиндустриального общества образование с избыточным качеством не нужно. Это бессмысленная трата денег. В итоге новое поколение детей становилось первым в истории, которое было образовано хуже, чем предшествующее. Ведь до этого система образования всегда шла по восходящей. И это логично. Каждое следующее поколение в здоровом социуме должно быть более образованным, чем предыдущее, так как учитывает текущий накопленный опыт. Этот естественный процесс был повернут вспять. Например, вот как наш выдающийся академик-математик Владимир Игоревич Арнольд оценивал кризис образования на Западе. У нас наши руководители нашего образования провозгласили, надо сделать, чтобы наше образование было хорошим, то есть таким, как в Америке. А каким оно стало в Америке? Американцы, с другой стороны, мне объяснили, что они сознательно борются за то, чтобы народ был малообразованным, не интересовался ни наукой, никакой культурой, ничем. Потому что это противоречит обществу потребителей. Потому что если люди начинают интересоваться чем-то другим, кроме стиральных машин и автомобилей, которые надо купить каждую неделю новые, то тогда они худшие покупатели. Они начинают, а если и покупают, то они начинают покупать Ван Гога, там, или стихи какие-нибудь, или теоремы доказывать. А это для общества потребителей вредно.
чтобы этого не было, а к тому же еще, чтобы население было послушным стадом в руках манипулирующих ими политиков, нужно сделать не европейскую, а американскую систему образования, в которой ничему не учат. Это ваша программа, в которой есть водяной пар. Это специально сделано, чтобы выдержать могли только элитарные ученики 57-й школы города Москвы, которые к нам тоже попадают, и вот они-то это знают. А наши негры никогда не сумеют понять ваш водяной пар, у которого нету ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Для негров это недоступно, поэтому это программа расистская, которая требует, чтобы был водяной пар. И вот к чему мы идем, вот к чему мы стремимся, вот что называют хорошим образованием. То они не могут, выросших в Америке, ни школьников, ни студентов, ни университетов, ни технических вузов, нанимать к себе, делать новые самолеты или чинить старые даже. Боинг держится только на том, что они нанимают иммигрантов, в основном из трех стран, из России, Китая и Индии. Поэтому, говорят, мы прочитали в ваших газетах, что у вас собираются довести систему образования до американских стандартов. И по нашим подсчетам, через 30 лет в России будет такое же плохое образование. И тогда нам вообще некому будет. И тогда вся эта технологическая система рухнет, потому что она основана на иммигрантах. Надо сказать, что когда-то в США была весьма неплохая система школьного и высшего образования. Но еще до создания Римского клуба с его разрушительными рекомендациями и до начала эпохи глобализации система этого образования уже начала деградировать. Серьезным звонком для Америки стал запуск 4 октября 1957 года Советским Союзом искусственного спутника Земли. Высокомерная Америка вдруг осознала, что она отстает в научно-техническом отношении от СССР. В срочном порядке были проведены слушания в Конгрессе США для выяснения причин такого отставания. Одной из главных причин был назван недостаточно высокий уровень образования в США, особенно в системе высшей школы и особенно по части естественных и технических наук. Были приняты некоторые меры. В частности, было увеличено бюджетное финансирование университетов. Был достигнут определенный позитивный эффект, однако его действие к 1970-м годам было почти полностью исчерпано. А далее образование в Америке стало развиваться по рекомендациям Римского клуба. В сферу высшего образования стали постепенно внедряться рыночные принципы. Все сказанное выше имеет непосредственное отношение к России, которая стала жить по рекомендациям Римского клуба. В нашей стране на протяжении последних 3 десятилетий идет активный процесс разрушения системы образования, как школьного, так и университетского. Процесс начался еще в последние годы существования Советского Союза. Примечательно, что главным аргументом в пользу тех или иных деструктивных решений была ссылка на опыт США. Неужели есть какая-то связь между копейкой и крахом СССР? Давайте разбираться. Появление в СССР АвтоВАЗа на самом деле довольно темная история, своими нервами и корнями уходящая вглубь скрытых процессов разложения советской элиты и становления антисоветского проекта, получившего завершение в Горбачевской перестройке. Контакты советской и под видом итальянской, а на самом деле с мировой элитой, начались еще в конце 50-х при Хрущеве. Идея создания с помощью Запада завода автогиганта была в советском руководстве давно. Конкурентами итальянцев в СССР выступали французы. Хрущев склонялся именно к поддержке французов и их завода «Рено». Соглашение было почти достигнуто. Тогда Франция под руководством де Голля была суверенной страной, независимой от США. И союз Союза с той Францией был опасен для Запада. И вот перед самым заключением сделки вдруг неожиданно меняется руководство завода «Рено», и новый глава требует в 2 раза больше, чем было договорено прежде. Естественно, предложения «Фиата» в таком случае оказались лучше, и к ним вернулись. Первые ходовые испытания «Фиата» в Краснодарском крае на наших дорогах показали его абсолютную непригодность для производства в России. Через 10 тысяч километров пробега «Фиат» стал разваливаться на куски. Пошли трещины в кузове, полетела подвеска. Наши «Волги» ГАЗ-21 были намного крепче, проходимее, лучше. Итальянцы совместно с советскими инженерами стали дорабатывать качество «Фиата». Он стал лучше. Теперь разваливался через 30 тысяч километров. Но главным было то, что итальянцы дали кредит на льготных условиях для строительства завода. Ведь приказ сверху на проникновение в СССР надо было выполнять любой ценой. Именно в конце 60-х, начале 70-х и оформился союз советских и западных элит, которым проект развития советского социализма был не нужен. Они понимали, что быстро это не сделать, и играть надо в долгую.
И они выиграли. В Советском Союзе начался отказ от развития, перекрывание финансирования собственных разработок и ориентация на Запад. Центром отношений Советский Союз-Запад были связи советского партийного руководства и Римского клуба. Ведь экология, демография, технологии, прогресс – все это было средством легализации контактов, создавало темы, по которым было возможно общение и сближение советских и западных элит. Одной из таких тем стало участие итальянских и стоящих за ними глобальных структур в создании автозавода в СССР. Тот самый Печей признавался своему другу, бывшему госсекретарю США Александру Хейгу, что он чувствует себя как реинкарнированный Адам Вайсгаупт, создатель баварских иллюминатов, мистической масонской секты, основанной на сатанизме. На Западе к тому времени уже достаточно много говорилось о том, что мировая экономика разделена крайне непродуктивно. Примерно треть ее находится вне рынка, о так называемом советском секторе экономики. Наличие соцлагеря препятствовало капиталистической экспансии. Именно это и имел в виду Печей, когда говорил, что страны соцлагеря необходимо вскрывать как консервную банку с помощью острого консервного ножа. Печей приложил немало усилий на то, чтобы вовлечь советских лидеров в рыночные отношения и лично способствовал не только контракту с Фиат, но и с PepsiCo. С Фиат это было довольно просто, ведь в течение 30 лет Печей, наряду с другими должностями, был исполнительным директором Fiat Motor Company. С римским клубом тесно сотрудничали Моссад, ЦРУ и КГБ. Неудивительно, что особое влияние этот клуб оказал на главного чекиста Андропова и армию его воспитанников. Именно ставленник Андропова Гвишиани стал активной стороной в лоббировании интересов итальянской стороны в руководстве СССР. Скорее всего, вы слышите эту фамилию в первый раз. Осенью 1972 года неприметный заместитель начальника Госкомитета СССР по науке и технике Джермен Гвишиани вылетел в Австрию, чтобы в замке под Веной встретиться с представителями Римского клуба и Международного института прикладного системного анализа – МИПСа. Этот институт на тот момент был только-только основан. Его учредителями стали США, СССР, Канада, Япония, ФРГ, ГДР и еще несколько европейских стран. За глаза МИПСа называли проектом двух разведок – КГБ и ЦРУ. И считали некой переговорной площадкой для элит капиталистических и социалистических стран. 43-летний Гвишиани был именно тем, кому советская партноменклатура поручила наводить мосты между СССР и Западом. И этой самой партноменклатуре он был вовсе не чужим человеком. Гвишиани был зятем советского премьера Алексея Косыгина, второго лица в государстве. Косыгин дружил с его отцом, генерал-лейтенантом НКВД Михаилом Гвишиани. Они были обязаны друг другу жизнью. Гвишиани спас Косыгина во время процессов по так называемому «Ленинградскому делу» в конце 40-х годов. В свою очередь Косыгин пришел на помощь старшему Гвишиани, когда его чуть было не привлекли к суду и не расстреляли вместе с заместителями министра Лаврентия Берии в 1953 году. Итак, 1972 год. В Вене Гвишиани проводит секретные переговоры с представителями Римского клуба. Если бы тема переговоров стала известна широкой общественности или хотя бы убежденным противникам тесных контактов с Западом в Кремле, вроде Михаила Суслова, Гвишиани попросту расстреляли бы за измену родине, ибо речь на переговорах шла ни о чем ином, как о предстоящем распаде СССР. Вначале слово взяли два джентльмена, Печей и лорд Цукерман, и прочитали Гвишиани что-то вроде политинформации. Про Печей мы уже знаем. А кто такой лорд Цукерман? Но вот небольшая справка. Был ученым и главным советником правительства Великобритании в вопросах науки. Сначала специализировался на анатомии и социологии приматов, потом перекинулся на русских. Был советником Черчилля во время войны. Разработал так называемый транспортный план, в соответствии с которым проходили бомбежки английской авиации, итальянской и немецкой инфраструктуры. Работал над нераспространением ядерного оружия, над глобальными экономическими вопросами. Оставался консультантом Министерства обороны Великобритании, совмещая эту работу со своей научной деятельностью. Для него была создана отдельная специальная должность, ликвидированная вместе с его смертью. И что же эти два западных джентльмена поведали Джермену Гвишиани? А вот что. Население славянских республик СССР не увеличивается, в то время как в Средней Азии оно растет как на дрожжах. В то же время именно Россия обеспечивает прожиточный минимум среднеазиатских республик, выделяя им колоссальные дотации. В Советской империи не окраины кормили центр, как это принято в западных империях, а наоборот. Печей обратился к Гвишиани с просьбой изложить руководству СССР, премьеру Косыгину и главе КГБ Андропову. Предложение Запада. Сводилось оно к следующему. Повышая дотации окраин,
Россия обречена нищать. Модернизация при этом почти не проводится, технологическое отставание нарастает. А в это время Китай уже готов к технологическому прорыву. Если Россия, Украина и Белоруссия освободятся от окраин в лице среднеазиатских республик и успеют провести форсированную модернизацию, то новому союзу найдется место где-то в экономической нише между развитым Западом и развивающимся Китаем, в так называемой полупериферии. Если же нет, СССР неизбежно придет к экономическому коллапсу. После того, как Гвишиани провел переговоры и вернулся в Москву, он встретился с Андроповым. Решено было не торопить события, а для начала просчитать все риски и выгоды, которые могло принести разделение СССР. Понятно, что для такого дела была нужна площадка и нужны были специалисты. Экономисты, политологи, социологи, в конце концов. МИПСа для этого не годился, нужен был научно-исследовательский институт внутри страны. 3,5 года ушло на подготовку такой площадки. Ученых отбирали по 2 критериям. Они должны были быть не слишком болтливыми и не должны были симпатизировать советскому укладу экономики. В идеале же они должны были быть тайными антисоветчиками. Явными они быть не могли в принципе, ибо вряд ли смогли бы долгое время находиться при этом на свободе. И вот летом 1976 года заработал Всесоюзный научно-исследовательский институт системных исследований в НИИСИ, как советский филиал Международного института прикладного системного анализа. Первым директором института стал никто иной, как Джермен Гвишиани. И проработал он на этом посту 17 лет. За это время Гвишиани стал академиком АНССР, членом Римского клуба, почетным доктором Пражской высшей экономической школы, почетным членом Шведской Королевской академии инженерных наук, Финской академии технических наук, почетным доктором Хельсинской школы экономики, членом Американской академии управления, членом Международной академии управления. И почти все эти и десятки других регалий он получил, оставаясь советским подданным, неприметным и мало кому известным ученым. На то, чтобы разработать в деталях идею распада СССР, ушло несколько лет. Лишь в декабре 1982 года, после того, как Андропов стал генеральным секретарем ЦК КПСС и фактическим руководителем советского государства, наработки подчиненных Гвишиани были систематизированы. Оставалось лишь представить их Политбюро и принять таким образом окончательное политическое решение. В Политбюро была создана так называемая комиссия Тихонова-Рыжкова для подготовки широкомасштабной экономической реформы в СССР, которая фактически была политической и ставила крест на Советском Союзе в том виде, в котором он функционировал на тот момент. Джермен Гвишиани осуществлял научное руководство этой комиссией. А помогали ему сотрудники института – Станислав Шаталин, Егор Гайдар и Петр Авин. Результатом деятельности комиссии Тихонова-Рыжкова стала 120-страничная программа экономической реформы в СССР. За образец бралась Венгрия. Образование нового союза, предусматривавшее подписание нового союзного договора между республиками СССР, оговаривалось в приложении к программе. Но не факт, что договор подписали бы со всеми. Кроме славянских республик, в новом союзе могли оказаться только Азербайджан и Прибалтика. И тут внезапно умирает Андропов. А пришедший ему на смену Константин Черненко вовсе не горит желанием реформировать СССР. В общем, документ положили под сукно. Извлекли его оттуда лишь летом 1985 года, когда страну возглавил Михаил Горбачев. А теперь, с учетом всего вышеизложенного, давайте вернемся на АвтоВАЗ. Завод, конечно, не виноват. Не виноваты люди там работающие, не виноваты автомобили, ставшие мечтой обычного советского человека. Не виноваты строители завода. Они были уверены, что строят светлое будущее. Никто не знал, что тогда происходило на самом деле. Но то, что происходит сейчас, видно невооруженным глазом. Ныне АвтоВАЗ отдан на откуп франко-японскому концерну. Французы взяли реванш. Лады создают в России иностранцы. Но создают так, чтобы надежно заблокировать перспективы лидерства марки в мире и не дать опережающего развития российскому собственному производству. Технологическая вторичность России надежно законсервирована. Отверточные технологии чужих разработок, предел технических возможностей нынешней России, стали поводом для гордости нынешней либеральной элиты России. Римский клуб трудился не зря. АвтоВАЗ стал одним из троянских коней, которым разрушали советскую Трою. Каналом проникновения в СССР тех, кто стали архитекторами нынешней российской элиты. И ведь все они говорили народу исключительно о хорошем. О патриотизме, о благе труда ради Родины, о суверенитете, о гордости за страну. Мы им верили тогда, и многие из нас верят теперь. Посмотрите на эту милую пенсионерку. Это королева Елизавета II. Скоро ей 95. Почему последние 20-30 лет ее внешность практически не меняется? В интернете полно смешных фоток и мемов на эту тему. Но это совершенно не смешно. Давайте разбираться.
В центре Лондона стоит памятник солдатам и офицерам, погибшим в Крымской войне. Особенно сыновьям сэров и пэров, которые отдали свои юные жизни в далеком 1854 году во время героической и бессмысленной атаки легкой кавалерии на занятые русскими редуты близ Балаклавы. Зачем благородные английские юноши приперлись к стенам Севастополя? Это тема для другого выпуска. Сейчас важен сам факт. Если правящее сословие посылало солдат своей страны воевать в чужие далекие страны, то в первых рядах самых опасных атак шли его, высшего сословия родные дети. Это называлось аристократия. Одним из качеств людей из этого сословия было то, что для них всегда было что-то важнее страха смерти. В 19 веке человек не мог считаться бароном, графом, герцогом или лордом, если он боялся какой-то там смерти, если он не искал смерти в бою, не рвался к ней навстречу, как к прекрасной невесте. А теперь вернемся в наши дни. Не так давно королева Англии даровала титул барона сыну российского банкира. Барон Сибирский. Такой титул королева Великобритании даровала сыну российского экс-банкира Лебедева Евгению. Он стал пожизненным пэром и получил право заседать в палате лордов британского парламента. Очень интересно, а послал бы папа-банкир своего сына на какой-нибудь современный аналог Крымской войны? И за кого бы он сражался? За русских или за англичан? На самом деле не так важно за кого. Мы же точно знаем, что лезть под пули он не собирается. Эта картина совершенно нереальна, ведь сейчас элиты совсем другие. Англия переродилась в североамериканские штаты, а те не отправляют на смерть наследников больших капиталов и продолжателей династий губернаторов и президентов. Даже средний класс с неохотой идет на войну. Америка постоянно где-то с кем-то воюет, однако армейские вакансии почти все заполнены выходцами из бедных кварталов. А богатые просто живут. И живут подозрительно долго. Помните такого древнего президента США Джимми Картера? Кажется, он современник египетских фараонов, и все это было в другую эпоху. Так вот, он жив. Ему скоро 100 лет, а пока 90 с гаком. И куча других бывших президентов, сенаторов, просто богатеев. Все живы. Но в чем секрет этих долгожителей? Что с ними не так? Давайте по порядку, чтобы шокирующие факты из финала ролика не воспринимались как бредни конспирологов, а имели веские подтверждения. Для начала сравним нашего барона Сибирского еще с кое-кем. Недавно в Швейцарии умер молодой барон Ротшильд. Так и пишут – молодой. Ему было всего 57. Неслыханно. Официальная причина смерти – сердечный приступ. Никто в это не верит. От сердечного приступа в 57 может умереть простолюдин. А Ротшильды в 57 от сердечного приступа не умирают. Вспоминают, что у барона были конфликты в бизнесе. Джон Рокфеллер умер в почтенные 97, а Дэвид Рокфеллер в 102 года. Сердечный приступ? Даже не смешно. Умирают наши друзья, родственники, знакомые, умирают писатели, художники, умирают актеры и телеведущие, все умирают. В прошлом, 2020 году, смерть собрала особенно большую жатву. По законам статистики должны умирать и президенты Америки, и олигархи, и банкиры, и прочие хозяева планеты. Тем более, что среди них много пожилых и очень пожилых. И много ли умерло? Второй год бушует пандемия COVID-19. Многим она принесла смерть. Ушли и люди известные, и люди влиятельные, и люди богатые. Только не самые влиятельные, не самые богатые. Такое впечатление, что есть жирная черта, отделяющая еще людей, пусть даже и успешных, от нелюдей. И эта черта как-то связана с долголетием. Сегодня в человеческом организме можно заменять почти все, кроме мозга, который изнашивается примерно к 95 годам. Пересаживать себе чужой мозг бессмысленно, ведь это будете уже не вы. Одно из решений, похоже, нашли в цифровизации. За разговорами для бедных о подключении к интернету социально значимых объектов, школ, фельдшерских пунктов и госорганов, миллиардные инвестиции сейчас вкладываются в разработку нейрокомпьютерного интерфейса – системы объединения мозга и компьютера. В России этот проект называется «Нейронет» и курирует его национальная технологическая инициатива, в дорожной карте которой открыто указаны задачи – продление жизни и персонализированная медицина.
Может быть, это первый шаг к вечным цифровым мозгам для тех избранных, кто заслужил бессмертие своим богатством по праву рождения. Очень яркая иллюстрация такого странного будущего – сериал «Видоизмененный углерод», в котором мафы, практически небожители, могут купить себе любую оболочку, клонировать собственную, могут создать десятки собственных клонов или даже дополнительно копировать свое сознание на резервный стек. Это мир, в котором появилась возможность выгружать человеческое сознание и личность с помощью стека из одного тела или оболочки в другое. И пусть пока это фантастика, но все равно, уже в наши дни речь идет о таком качественно ином уровне медицины, при котором случайная внезапная смерть практически исключается. Только вот этот уровень медицины доступен очень и очень немногим. И, конечно, не только из-за дороговизны, но и из-за того, что какие-то методики намеренно применяются только в узком кругу. Что-то, конечно, из технологий для элиты прорывается в публичное поле. Вот, например, медицинский стартап Ambrosia Medical, который планирует бороться со старением с помощью переливания старым пациентам плазмы крови молодых людей. В основе – эксперименты по парабиозу, то есть сращиванию двух мышей и переливанию крови молодых особей более старым грызунам. В обоих случаях старые мыши начинали чувствовать себя лучше. На людях опыты тоже уже ставили. Конечно, это больше похоже на какую-то неудачную шутку в стиле графа Дракулы. Но подобные вещи уходят глубоко в историю. В 30-е годы в Швейцарии появился некий врач по имени Пауль Нихенс. Он покупает особняк в швейцарских Альпах, дает ему название «Солнечная скала» и через какое-то время уже называет в числе своих пациентов самых богатых и могущественных людей мира, среди которых сияют имена папы Пия XII, Уинстона Черчилля, Шарля де Голля, Конрада Аденауэра, Сомерсета Моэма, Бернарда Баруха. При этом Пауль Нихенс в сущности не был дипломированным врачом. Неясное его происхождение. Сам он уверял, что его матушка была незаконной дочерью прусского короля Фридриха III. Так в чем же состоял метод его лечения, которое приводило к тому, что старики омолаживались и внешне, и внутренне? И дело не столько в количестве лет. Ведь Черчилль дожил до 96, Томас Манн до 80, папа Пий XII до 82, Сомерсет Моэм до 91 года, Бернард Барух до 95. Сам же Нихенс умер в 1971 году в возрасте 89 лет. Много, но ведь за сотню никто не перевалил. Но тут важно другое. Все эти люди до самой своей смерти вели активную интеллектуальную и физическую жизнь и не знали старческих немощей, таких, например, как половое бессилие. Так вот, методика по своей сути была проста. Из зародышей овец или коров изымались жизненно важные органы и вводились в форме лекарств в организм пациента. Нихенс за каждый омолаживающий укол брал по 1500 долларов и к концу жизни стал сказочно богатым человеком. Однако лечение стариков-миллионеров коровьими и овечьими эмбрионами оказалось только прелюдией. Вскоре медики освоили несравненно более эффективное лекарство, которое делали из зародышей, скажем так, не животных. И это очень дорогое лекарство. Одна пятитысячная доля грамма стоит около 200 тысяч долларов США. Тема этого препарата очень непростая, и о ней можно поговорить в отдельном выпуске, но только не на Ютубе, здесь об этом нельзя, а в Телеграме. Дайте знать в телеге, стоит ли готовить материал об этом. Именно ваша реакция будет решающей. А пока давайте посмотрим, как под очевидную разницу в долголетии подводят и научную базу, куда же без нее. Ученые публикуют исследования, в которых умные и богатые живут дольше бедных и глупых. Интеллект и связанная с ним интересная высокооплачиваемая работа, конечно, помогают человеку вести здоровый образ жизни, но для любого нормального человека очевидно, что здесь ученые явно поменяли местами причину со следствием. Как, например, это сделали социолог Линда Готфредсон из университета штата Делавэр и психолог Иэн Дири из Эдинбургского университета. Дамы опубликовали несколько работ, доказывающих, что богатые живут дольше, поскольку изначально умнее. То есть совершенно сознательно оправдывали социальное неравенство генетическим превосходством правящего класса. Каждый сверчок знай свой шесток. Но бедные не учатся в престижном колледже не из-за своей природной глупости, а потому что у них нет денег на учебу. Вот и все. Достаточно вспомнить, как дети рабочих и колхозников, получив достойное образование и став взрослыми специалистами, феноменально продвинули науку в Советском Союзе.
Или это только у нас так? Королёв – сын учителей, автор советской космической программы. А автор американской космической программы – Вернер фон Браун. Конструктор Третьего рейха, королевская кровь в нескольких поколениях. Барон. Его отец был министром, председателем Рейхсбанка, заместителем рейхсканцлера. Мы об этом порассуждали в этом выпуске. А что думаете вы? Действительно ли богатые живут дольше, потому что умнее? Давно заброшенный город-призрак Ладлоу на юге американского штата Колорадо более 100 лет назад был ареной кровавых событий, и эту историю будет очень поучительно рассмотреть поподробней. В начале 20 века весь городок Ладлоу принадлежал Джону Рокфеллеру, сыну, и его конторе Colorado Fuel and Iron Company, то есть компании топлива и железа Колорадо. Рокфеллер сын получил компанию от отца как подарок на день рождения. Тысячи шахтеров-угольщиков, среди которых были и дети, работали за гроши, которые в основном возвращались в сейфы Рокфеллеров. Их семьи ютились в бараках, построенных компанией, и покупали продукты в ее магазинах. Многие из них были недавними иммигрантами, в основном греками и итальянцами. Работа на шахтах была адская, смертность шахтеров очень высокой. В окрестностях Ладлоу часто случались аварии со множеством человеческих жертв. Например, взрыв на шахте Примеро в январе 1910 года унес жизни 75 шахтеров, а в октябре того же года на шахте Старквилл погибли 56 человек. Никакой охраны труда на шахтах у Рокфеллеров не было, да и власть в штате находилась практически под их полным контролем. Как избиратели были зарегистрированы не только все рабочие, в том числе иммигранты, но и представьте себе ослы компании. Хотя, конечно, это неправда. Ослов избирателей не было. Были мулы-избиратели, то есть гибриды осла и кобылы, более выносливые и неприхотливые для тяжелого шахтерского труда. И люди, и животные голосовали так, как им велели хозяева. Точнее, их голоса просто записывали за них в нужную графу. Рокфеллеры являлись сторонниками менеджерского капитализма, то есть решение всех вопросов отдавали на откуп менеджерам, от которых требовалась максимальная прибыль любой ценой. Это рождало массу злоупотреблений. Шахтеров и их семьи фактически держали на положении рабов. В сентябре 1913 года около 10 тысяч шахтеров начали забастовку с требованиями охраны труда и повышения зарплаты. Протест возглавили представители шахтерского профсоюза, за который агитировала знаменитая активистка Мэри Джонс, прозванная «Мама Джонс». Семья Мэри Джонс приехала в Соединенные Штаты из Ирландии, спасаясь от голода. А во время эпидемии, уже в США, она потеряла мужа-шахтера и троих детей. Когда ей было уже за 70, она организовала марш детей-рабочих из Пенсильвании на Нью-Йорк и привела их прямо к родному дому тогдашнего президента Теодора Рузвельта. Лозунги были такие: «Мы хотим в школу, а не в шахту». Ко времени стачки в Ладлоу маме Джонс было уже 83 года, но она не потеряла своего пыла. Она приехала к шахтерам и вдохновила их на выступление, за что в очередной раз села в тюрьму. До сих пор, кстати, в США выходит довольно популярный левый журнал, названный в ее честь «Mother Jones». Как только началась стачка, менеджеры компании тут же выкинули семьи рабочих на улицу под проливной ливень. Профсоюз дал им палатки, и вокруг Ладлоу и соседних шахтерских поселков образовались целые палаточные городки, в наибольшем из которых жило примерно 1200 рабочих. В распоряжении компании была вооруженная частная армия, куда были наняты дополнительные бойцы. Рокфеллеры справедливо считали, что власти штата находятся у них на службе, и попросили прислать Национальную гвардию, которая также встала на сторону хозяев. Охранники терроризировали население, но Нацгвардия смотрела на это сквозь пальцы, зато не давала бастующим останавливать штрейкбрекеров, нанятых компанией. Стачка затянулась на много месяцев, но 19 апреля 1914 года наступила развязка. Национальная гвардия окружила палаточный лагерь бастующих, а с ближайшего утеса был выставлен пулемет. Власти потребовали от шахтеров выдать им одного из зачинщиков, но те отказались, и Нацгвардия открыла огонь по лагерю. Несколько шахтерских лидеров были убиты, многие забастовщики бежали и скрылись в окрестностях, а их семьи попрятались в погребах, которые были вырыты еще осенью под палатками. Вечером нацгвардейцы полили опустевшие палатки керосином и подожгли. В результате много детей и несколько женщин сгорели заживо или задохнулись в дыму. Узнав о происшедшем, шахтеры напали на город, атаковали чиновников, штрейкбрекеров и менеджеров компании, захватили шахты и районы площадью в 250 квадратных миль.
Сведения о бунте попали в газеты, прежде всего стараниями мамы Джонс и других профсоюзников. И президент Вудро Вильсон направил в Ладлоу армию. Войска развели штрейкбрекеров с бастующими. Но стачка продолжалась почти до конца 1914 года. Рабочие почти ничего не добились, но в профсоюз вступило несколько тысяч новых членов. Началась Первая мировая война, а вместе с ней рост американской промышленности, которой требовался уголь. В 1915 году с мамой Джонс встретился Джон Рокфеллер, и условия труда на шахтах начали улучшаться. Но после того, как о бойне в Ладлоу заговорила вся страна, семья Рокфеллеров предприняла еще кое-что. Наняла двух цепких экспертов области пиара – Айви Ли и Маккензи Кинга, чтобы как-то укрепить свой резко пошатнувшийся имидж. Собственно, Айви Ли и основал современный пиар, а Маккензи Кинг впоследствии стал премьер-министром Канады. Ли убедил Джона Рокфеллера-младшего поехать в Колорадо, встретиться там с шахтерами, их женами и детьми, проинспектировать условия работы и быта, пообщаться с простым людом и выслушать все жалобы. Все это время за Рокфеллером ходил фотограф. Пресс-релизы о его общении с народом стали расходиться по газетам, и миллиардер предстал перед обществом в более гуманном свете. С тех пор Рокфеллеры поняли, как важно умение, если не быть, то казаться, и что хороший пиар не менее важен для ведения крупного бизнеса, чем умение выжать все соки из работников, выдавливание конкурентов или решение вопросов с политиками. Ведь армия буржуазного государства может спасти тебя раз или два, но долго на штыках не усидишь. Одним из последствий бойни в Ладлоу стал внезапно вспыхнувший интерес не только у Рокфеллеров, но и у других семей американских миллиардеров ко всему тому, что может обеспечить положительные заголовки в газетах. Поддержка искусств и образования без вариантов давала прекрасный пиар. Ибо что может быть лучше, чем забота капитанов бизнеса о будущем ваших детей и высоких моральных принципах? Этот подход сегодня уже можно назвать старой школой, ибо мир изменился, и технологические предприниматели все меньше стремятся выглядеть добрыми. Если хороший пиар и представляет для них интерес, то лишь в странах, где они аккумулируют профит и платят налоги, а весь остальной мир может катиться ко всем чертям. Можно, как Билл Гейтс, заняться благотворительностью в третьем мире, но лишь до той поры, пока это будет давать хорошие заголовки в «Нью-Йорк Таймс», и в любом случае нужно точно знать, какую конкретную прибыль принесет ваша инвестиция в благотворительность. Ведь каждый доллар, потраченный на бедных детей Зимбабве, должен работать и принести тысячу. Например, вложения в ВОЗ должны обернуться триллионным рынком вакцинирования. История бойни в Ладлоу продолжается и в наши дни. Джеффу Безосу, как и Рокфеллерам 100 лет назад, придумали еще более изворотливую схему. Ведь Amazon практикует на своих складах патагонную систему, в которой работники сидят на минималке, за ними установлена тотальная слежка, и они беспощадно штрафуются за любую провинность. Например, за внеплановый поход в туалет, так что многие сотрудники работают как ковидные врачи в памперсах. Роботизация логистики, где любой человек, которого можно заменить автоматом, заменен им, а тех, кого не заменили, самих превратили в автоматов. Работа, которую выполняют сотрудники Amazon, монотонна и совершенно бесперспективна с точки зрения их человеческого развития. Просто роботы пока не могут так точно размещать предметы, да и в обслуживании дороже, чем люди. Но как только это изменится, человека машиной заменят мгновенно. К тому же в 2020-м рост прибыли Amazon на фоне разорения тысяч мелких бизнесов по всей стране и в целом резкого падения экономики США стал восприниматься как пир во время чумы. Все это требовало нетривиального хода. И пиарщики придумали для Amazon кое-что, чему Рокфеллер мог бы только позавидовать. Они предложили Безосу использовать для создания положительного образа компании самих ее сотрудников. Те должны использовать для этого Twitter и другие социальные сети. Но прежде всего Twitter. Чем короче, тем лучше. Лучше запоминаются короткие сообщения. Сотрудники должны писать что-то вроде писем трудящихся. О том, как им хорошо работается на складе, какие у них чудесные коллеги и как в целом хороша жизнь и хорошо жить. Во-первых, таким рассказам люди поверят больше, чем постам высокооплачиваемых блогеров-инфлюенсеров, задача которых — продвигать новые продукты. Во-вторых, эти посты достигнут именно тех, на кого рассчитаны, на простых людей, среди которых много будущих работников Amazon. Ведь если нынешние тренды продолжатся и мелкий и средний бизнес окончательно накроется медным тазом, все когда-нибудь будут работать на складах Amazon. Ну и, наконец, это гораздо дешевле. Не только дешевле, чем раздавать студентам благотворительные стипендии или ученым гранты, а дешевле даже, чем содержать команду блогеров.
Ведь можно просто объявить конкурс среди сотрудников Amazon на лучший твит об их волшебной жизни и отправить победителя в отпуск на неделю на Карибы или в Диснейленд. А остальным участникам можно предложить бонусы по работе. Место на складе поближе к дому, лишнее разрешение сходить по малой нужде, разрешение поговорить на рабочем месте. Тысячи сотрудников включаются в проект. Становятся послами центра самореализации. Им бесплатно дается софт-спринклер для медиапрофессионалов, с помощью которой обычные кладовщики могут легко управлять своими постами и видеть результат. Расчеты пиарщиков Amazon оправдались блестяще. Отряды послов стали активно писать в Твиттере о том, как хорошо идет работа. Как только спринклер сообщал им, что кто-то обсуждает патагонные условия труда на складах компании, пишет про преследование профсоюзников и увольнение активистов, вообще выдает какой-либо негатив по отношению к Amazon, так сразу кто-то из послов писал в соответствующий чат. «Ребята, вот вы тут обсуждаете, как плохо работать на Amazon. Я сам работаю в этой компании. Давайте я сам расскажу вам из первых рук, да еще и фотки пришлю». Одна из девушек-послов по имени Ханна написала пост в ветку, где обсуждалась негативная статья о компании. Пост сразу стал вирусным. Он начинался так. «Я тоже страдаю от депрессии, и был момент, когда я хотела уволиться с Amazon. Но потом я поняла, что дело не в Amazon, дело во мне. Мне разрешают разговаривать с людьми, но я и сама порой не хочу. Сейчас у меня прекрасные коллеги по работе, с которыми так здорово проводить ночные смены». В результате твиттерной кампании, согласно соцопросам, уровень доверия к компании поднялся настолько, что превзошел доверие к местной полиции, выборным органам и даже к церкви. Опыт тут же взяли на вооружение другие компании, которые начали учить своих сотрудников, как писать правильные посты о своем прекрасном рабочем месте. Появился даже термин для тех, кто вовлечен в такую активность – работники-адвокаты. А саму такую деятельность пиарщики считают лучшей альтернативой высокооплачиваемым блогерам-инфлюенсерам. Есть ли на эту тему мнение у сотрудников Amazon? Их мнение руководство компании интересует не больше, чем мнение мулов в Колорадо, которых Рокфеллеры регистрировали на местных выборах. Если сейчас работников спрашивают согласие на участие в подобной активности, а кое-где могут и оплачивать, то в ближайшем будущем проецирование положительного образа компании через личные аккаунты в социальных сетях будет считаться частью должностных обязанностей. Если шахтер 100 лет назад отработал смену в забое и дальше его жизнь работодателя не интересовала, разве что на предмет извлечь дополнительный доход, продав ему мыло или веревку из магазина компании, то теперь работник принадлежит хозяину 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Эксплуатируется не только тело, но и душа, вернее, когнитивная часть человека, ибо ни в какую душу его хозяева не верят. Получается, что бойня при Ладлоу не только пример того, как вели себя хозяева, когда не считали работников за людей. Это и прогноз на будущее. Пример того, как непременно они поведут себя снова, когда людей в очередной раз станут считать животными. Когда уже не только на уровне философов, ученых, но и на бытовом уровне люди отвергнут концепцию свободы воли, сознания, да и самого человека. Но исход этой битвы, как это ни странно, зависит в том числе от каждого из нас. Для начала стоит хотя бы задуматься над этими вопросами. Это уже немало. Представьте себе планету, на которой кучка сверхбогачей завладела большей частью объектов экономической и социальной инфраструктуры в масштабах мира. Она завладела объектами так называемой интеллектуальной собственности, прибрала к рукам большую часть недр Земли. Она была бы не против приватизировать всю Вселенную, но на свою беду не владела технологиями освоения космического пространства. Один из интеллектуальных офицеров, прислуживающих этой кучке, Клаус Шваб, в своей книге «Великое обнуление» по возможности мягко описал грядущие события на этой планете. И одним из этапов в этом всем была приватизация природы. Давайте посмотрим, как это происходило. В издании Natural News в конце 2021 года появилась вот такая статья. «Глобальные мегакорпорации начинают захват сельскохозяйственных угодий в Америке, чтобы остановить производство продуктов питания под видом борьбы с изменением климата». Речь идет о компаниях, которые начнут представлять экосистемные услуги. Экосистемы являются природными фабриками, которые поглощают двуокись углерода и другие парниковые газы, перерабатывают грязные сточные воды, а на выходе дают кислород и чистую питьевую воду. Плюс к этому сохраняют биоразнообразие, генетические коды миллионов видов животных и растений. Эти генетические коды очень понадобятся в ближайшее время для сверхбогачей для решения своих задач в сфере биотехнологий и генной инженерии.
под сладкие разговоры о том, что ничейная собственность или собственность в руках безответственных субъектов создает риски разрушения экосистем, создаются хозяйствующие субъекты нового типа, которые должны подтверждаться ничем иным, как фондовой биржей. Такие субъекты получили название «компании природных активов» – Natural Asset Company, NAC. Они должны стать коммерческими структурами и получать прибыль за счет продаж экосистемных товаров и услуг, таких как поглощение парниковых газов, кислород, чистая вода. Что касается генофонда, находящегося в приватизированной экосистеме, то биотехнологические и иные компании могут ими пользоваться, приобретя лицензию на соответствующую интеллектуальную собственность. А вот владельцами генетической и иной информации, относящейся к флоре и фауне дикой природы, могут быть только сами NAC. Все остальные – просто пользователи, причем на платной основе. Представьте планету, на которой послушать птичку в лесу можно будет только по подписке на какой-нибудь Amazon Nature. На сайте Нью-Йоркской фондовой биржи NYSE уже есть страничка, посвященная компаниям природных активов. Читаем. NAC будут отражать внутреннюю и производительную ценность природы и обеспечивать средства сбережения, основанные на жизненно важных активах, которые лежат в основе всей нашей экономики и делают возможной жизнь на Земле. Примеры природных активов, которые могут получить выгоду от структуры NAC, включают природные ландшафты, такие как леса, водно-болотные угодья и коралловые рифы, а также рабочие земли, такие как фермы. На этом же сайте уже посчитали, что коммерческий потенциал природных активов – 125 триллионов долларов в год в виде глобальных экосистемных товаров и услуг, таких как связывание углерода, биоразнообразие и чистая вода. Сравните эту цифру с тем, что всей нефти и газа в мире по итогам 2020 года продали лишь на 4,6 триллиона долларов. Уже разработаны методики измерения экологических показателей NAC, их перевода в стоимостную форму. Среди них такие, как продажа экосистемных услуг и природный капитал. Эти показатели дополнят традиционные показатели деятельности компаний. Нью-Йоркская биржа в четвертом квартале 2021 года подготовила стандарты листинга и информацию о бухгалтерском учете для NAC и передала их в комиссию по ценным бумагам и биржам США. Ожидается, что в начале 2022 года SEC одобрит представленные документы и в 2022 году на биржу будут выведены первые NAC. Все начинается с приобретения земли, обладающей потенциальными возможностями генерировать экосистемные услуги. NAC – устойчивые предприятия, обладающие правами на экосистемные услуги, производимые естественными рабочими или гибридными землями. Под «естественными» понимаются земли, не тронутые хозяйственной или иной деятельностью человека. Рабочие – это земли, которые в настоящее время активно используются. Преимущественно это сельскохозяйственные земли. Их можно перепрофилировать с производства сельскохозяйственной продукции на предоставление экосистемных услуг. Гибридные – земли, на которых есть участки первого и второго типа. Ряд миллиардеров уже включился в скупку земель, приступив к накоплению природного капитала, конвертации своих виртуальных финансовых активов в активы физические – землю. В США чаще всего в качестве главного скупщика земли называют Билла Гейтса, самого крупного владельца сельскохозяйственных земель в Америке. В общей сложности у Гейтса около 242 тысяч акров по всей территории США. Это без малого 100 тысяч гектар. Однако Гейтс не самый крупный землевладелец в США. Первое место среди миллиардеров, которые специализируются на скупке естественных земель, принадлежит медиамагнату Джону К. Мелоуну – 2,2 миллиона акров ранчо и лесов. На втором месте основатель CNN Тед Тернер – 2 миллиона акров преимущественно дикой природы. Стремительно наращивает инвестиции в землю основатель Amazon Джефф Безос. Но эти денежные мешки с громкими фамилиями у всех на виду, а главное, как всегда, делается довольно скрытно. Ведь один из инициаторов всей этой затеи продажи природы на фондовой бирже через NAC – никто иной, как фонд Рокфеллера. Среди прочих инвесторов по превращению природы в биржевой актив выступает еще IADB – Межамериканский банк развития, совместно с которым фонд Рокфеллера работает над созданием цифровых валют центральных банков и биометрических цифровых идентификаторов. Конечно, фонд Рокфеллера громко не афиширует своей заинтересованности в этом процессе – превращение природы в товар. Все драпируется такими словами, как «устойчивость развития», «охрана природы», «экологическое благополучие». Все эти специфические операции клан Рокфеллеров практикует довольно давно.
Еще со времен Standard Oil они научились осторожно, но эффективно планировать и притворять в жизнь свои планы. Больше века назад, в 1911 году, суд признал Standard Oil Джона Рокфеллера монополией, и компании пришлось разделиться. Несмотря на это, она продолжала контролировать цены, а дочки компании лидируют на рынке нефти до сих пор. После раздела правительство разрешило акционерам Standard Oil получить по доле акций во всех 34 фирмах. Это означало, что у каждой из компаний были акционеры-владельцы, которые должны были конкурировать друг с другом. Но фактически для этого было мало стимулов, и акционеры действовали сообща, продолжая влиять на ценообразование нефти. Их деятельность после разделения почти не контролировалась. Этому способствовало влияние Рокфеллера на президентов США Уильяма Тафта и Томаса Вильсона. Состояние Рокфеллера, владевшего четвертью каждой из 34 новых компаний, в 1913 году оценивалось в 900 миллионов долларов. Он был самым богатым человеком в мире. А теперь вернемся обратно на сотню лет вперед и приведем эти красноречивые строки из доклада фонда Рокфеллера. Во время пандемии национальные лидеры во всем мире усилили свои полномочия и установили строжайшие правила и ограничения. От обязательного ношения масок на лице до проверки температуры тела на въездах в общественные места, такие как вокзалы и супермаркеты. Даже после того, как пандемия прошла, этот более авторитарный контроль и надзор за гражданами и их деятельностью остались и даже усилились. Чтобы защитить себя от распространения все более глобальных проблем, от пандемии транснационального терроризма до экологических кризисов и растущей нищеты, лидеры во всем мире стали править более жестко. Это слова из доклада 2010 года, который назывался «Сценарий для будущего технологии и международного развития» и был подготовлен фондом Рокфеллера. Некоторые не без оснований считают, что это не просто удачный по своей точности прогноз на будущее, а именно проект, подготовка которого заняла целое десятилетие. И в 2020 году он, наконец, был запущен. Но какие же доклады фонд Рокфеллера выпускает сейчас, в наши дни? В конце апреля, начале мая вышел доклад фонда Рокфеллера. «Одно во всем. План действий по финансированию вакцинации и устойчивому росту». В июне последовал еще один доклад – обновленный план действий по глобальной вакцинации. Все эти доклады нагнетают панику, утверждая, что для спасения человечества необходима всеобщая вакцинация, которая охватит не менее 80% населения планеты. Констатируется, что большая часть человечества проживает в странах с такими низкими уровнями благосостояния, что люди не имеют возможности вакцинироваться. Нет средств. Звучит призыв, адресованный лидерам богатых стран Запада и международных финансовых организаций, найти деньги и предоставить помощь миллиардам обездоленных, чтобы они вакцинировались. Но чем обусловлена такая заинтересованность фонда Рокфеллера во всеобщей вакцинации? Можно выделить две причины. Первая – это деньги. Роберт Кеннеди, племянник убитого в 1963 году американского президента Джона Кеннеди, в своей статье пишет о том, что в качестве главных инициаторов и организаторов начавшейся великой перезагрузки можно считать именно структуры Рокфеллера и Джорджа Сороса. Роберт Кеннеди пишет о картеле, который накрыл всю Америку. Big Oil, King Coal и Big Pharma – титаны картеля обмана и авторитарного контроля глубинного государства. В своем самом дерзком, безжалостном предательстве этот картель спровоцировал самоубийство для человечества и нашей планеты. Их бизнес-план представляет реальную угрозу человечеству, пишет Роберт Кеннеди. В каждой из трех составляющих картеля присутствуют Рокфеллеры. Джон Рокфеллер-младший сумел разрушить традиционную фармацевтику, которая основывалась на натуральных продуктах, заменив их продукцией нефтехимии. Эту революцию в фармацевтике он осуществил благодаря сотрудничеству с Третьим Рейхом, конкретно с корпорацией IG Farben. В конце концов, Рокфеллер заполучил контрольный пакет акций IG Farben, который затем превратился в Bayer – немецкий химико-фармацевтический конгломерат. Заключает Роберт Кеннеди так. «Сегодня империя Рокфеллера в тандеме с JP Morgan Chase продолжает владеть половиной фармацевтической промышленности в США». Вторая причина – это контроль. Клан Рокфеллеров уже почти 100 лет привержен идеям по контролю за демографическими процессами. Дэвид Рокфеллер-старший стал в конце 1960-х годов создателем Римского клуба, который был призван на научной основе обосновать необходимость сдерживания роста, а затем постепенного сокращения населения. В докладах Римского клуба была определена оптимальная численность населения планеты – 1 миллиард. Все остальные – лишние.
А еще до Римского клуба, начиная с лохматого 1930 года, фонд оказывал финансовую поддержку Институту Кайзера Вильгельма в его исследованиях антропологии, человеческой наследственности и евгеники. В Третьем рейхе от академических исследований по евгенике перешли к практическим экспериментам на людях. Фонд Рокфеллера финансировал расовые исследования и после того, как стало ясно, что они используются для подготовки уничтожения евреев, цыган, славян и других неполноценных унтерменшей. Поддержка Рокфеллерами евгенических исследований проводилась даже после принятия Третьим рейхом Нюрнбергского расового законодательства 1935 года, осужденного Лигой наций. Но, может быть, все это не про фонд Рокфеллера? Это же просто благотворительная организация, которая делает добро, заботится о здоровье каждого жителя Земли. И чем он беднее, тем заботы больше. А все, что вы сейчас увидели, это вообще не про нашу планету, а про какую-то другую? Пишите в комментариях, что думаете по этому поводу. И до встречи в следующих выпусках на канале Крамола.